уже рассверлился. Сейчас будем обустраиваться, закидывать удочки. Посмотрим. Сегодня у меня 1, 2, 3, 4 отверстия. Сегодня палатка не моя, Серегина. Спасибо ему большое. Ну что, начинаем очищать лунки и забрасывать удочки. Так, ребята, не знаю, заснял, не заснял. Первый корюх. Первый корюх сегодня. Так. На опарыша. На. Сиговую удочку. Так, ну я уже говорил, что сегодня я не в своей палатке, но один. Так, ветер сегодня очень сильный, очень сильный. Мы находимся под Кумбышем, за падом. Ну, переехали под остров. Все пад, а на карте он называется подостров. Ну что, будем ждать клёва. Ну что, у меня уже 4 хвостика. Что-то вроде как будто бы клюет, но не так, чтобы очень. Сейчас я попробую китайского вяленого. Китайского вяленого червя наживить. То, что на креветку клюет, это понятно. Зачем мы купили вяленого червя? Да еще и китайского. Будем смотреть. Тут что-то клюнуло. Оп. Корешочек. Это у нас все работает. Опарыш. Поклевки-то есть. Но он не всегда хочет есть. Не знаю. Он подходами такими. Придет. 2-3 штучки клюнет. Ты успеешь, если поймать одну. Молодец. Поймаешь 2, ты супер. Вот. Ветер не утихает. Сегодня. Походу. Будет весь день. Попробуем приконки бросить так. Что-то притихло, ничего не клюет. Пойти посмотреть, что творится на улице, что у ребят. Нифига он там уже накидал, блин. И опять клюет. Да что такое-то? Как ты так-то, блин? Ты что, прямо так бросаешь, да, приконку? Да. У меня с длинной и песком. А-а-а. Я размешал все и тут туда. Дай-ка мне морского червя-то хоть одного. Я гляжу, у тебя на червя ловится. Она лучше на креветку, на червя. Вот только... Тут у нас... Ты что, из земли? Ты уже сига поймал? Нифига. Я тут что, очень мелко? О, нифига у тебя мелко. Ты тут сел на бугорок, получается, видишь? Да. У него палатки кверху поднимаешь, не хватает. Ладно, удачи.
еще никто не пришел, никто не утащил. Вот. Поменял аккумулятор. Вроде стало работать. Но рыбы не прибавляется. 8 корешков. Пьем чай с бутербродами. И вам не хворать. Вот так вот чай попил. Никто ко мне на чай не пришел. Да. Обидно. Что самое интересное, что люди еще сюда приезжают откуда-то. Может добавить туда париков. О, хвостатый есть один. Сейчас проверим нашу теорию. Поймал тут двух мелких корешков. Было 3 поклевки на 3 удочки. А вот вытащил только 2. Что-то кто-то тут опять телебонит. Но не может. Вода уже заметно убывает. Ветер не прекращается. Не повторяй. Приходил же, только что клевал. Что ему там не понравилось? Не клевает, потому что немножко крючок голый. Вот подсадим. Свежего. Во! Там же все вкусно. Давай. Ну, видели сами, что он везде подошел на обе удочки. Кто это был, мы не знаем. Сидим, ждем. Кто-то подходит. О, кого-то тут. От такого мы оставим. О, ребята, не успел снять. Вот такого красавца только что вытащил. Ведь он еще на крючке. О. Даже не знаю, куда его положить-то, чтобы он не убегал. О. Приятно. Еле-еле. В этот раз крючок выдержал. Хорошо, адреналин. На нижний, ну, на хвостатого. Молодец, зачетный. Подошел.
еще подошел. Мы ждем не корюшка, а сишка. Где сижок? Ладно, надо попить чайку. Тем более, для такого сишка можно и выпить чашечку с бутером. Давай. Там поклевал, там поклевал. И нигде не попался. Подкрадывается корюшок. Он просто примерялся к кусочку вкусному. Теперь он сам вкусный кусочек. Да блин. Эх, вот так вот и живем. Придет, меня подурачит и уйдет. Наверное, к Юрке. И ветер-то еще сильнее становится. Кто-то подошел, постучался и ушел. Так у нас нет-нет, да что-то поймается. Поэтому у нас уже вот такой уловчик. У нас еще есть чашечка чая и булочка. Так что рыба должна успевать ловиться. Так она голодная останется, не накормленная. Вот. Правильная рыба должна. Ам. Ой, кто-то на. Дует. Вот смотрите, там подергал, тут подергал, вот здесь дергает. Видите, прошел, везде попробовал. Это вам, тут-то вам не там, а. Ладно, хотел пить чай, надо пить чай. Рыба почувствует, что я заканчиваю рыбалку и начнет опять ловиться. Так что вот так. Чай с шиповничком, как обычно. О, там еще останется. Все, перешел на три удочки. Туда забросил кормушку. Пусть доедают. Чай по чайной ложке ловится. Сейчас только что тут вытащил корешка на одиночную мормышку. Решил попробовать. Вроде работает. О, пустая. Я тут. Меня уже объели. Сижу, жду чего-то.
Им надо, чтобы кусочек какой-то там был. Оказывается. На голову-то ловиться не хочет. Кто? Рыбалка у нас на сегодня закончилась. У меня получился результат 26 корешков. Ну, не считая еще двух, которые я мелких, считайте, что отпустил. Юрке отдал. Вот. И один сик. Оп! Еще есть рыбина. Сюда. 27-я. Вопрос топить его.